Так, сейчас подождем, пока у нас люди подойдут. Ну, или нас будут смотреть в записи. Викусь, привет. Расскажи, где ты родилась? Где, и вообще, русская ты девочка или испанская? Ну, я испанская. Я родилась в Испании, в Марбелле. И я испанская, да. То есть ты еще чувствуешь себя испанской? Ну, да, я в Испании родилась, но я русская. Ты русская, моя хорошая. То есть ты думаешь, как русская девочка? Да. Ну, это мы сейчас с тобой проверим, разберемся. Скажи, слушай, вот если ты хорошо говоришь по-русски, почему? Я? Да. Ну, я не знаю, я не так хорошо разговариваю по-русски, но уже лучше. Мама меня учит, я каждый раз лучше. Ну, да, хорошо. Да? Слушай, а есть какие-то проблемы с тем, что ты вот, например, беленькая? То есть ты же не похожа на испанку? Вообще, ты же не похожа на испанку? Ну, нет, я... нету никакой проблемы. Никаких проблем? То есть тебе к школе нормально относятся? У вас много иностранцев да. в школе? Ну, да, есть много. Есть англичанки, есть один русский, да. Есть очень много испанский, французский. Ух ты! Ну, так... Да, хорошо. Нормально, да? То есть контакт ты находишь спокойно, у тебя нет таких проблем, да. как у взрослых? Нет. Я играю с мальчиками, с девочками всегда в переменах. У нас полчасика перемены. И мы играем в догонялки, в прыгалку, много вещей. Хорошо. А на каком языке ты говоришь в школе? Ну, в испанском и иногда в английском. А на русском языке ты с кем-то общаешься? У тебя есть, ну, друзья там или знакомые, с которыми ты говоришь, например, на русском языке? Ну, нет, я со всеми разговариваю на испанском. Хорошо. Думаешь уже, кем будешь? Ну, да, я очень много хочу быть. Например? Ну, хочу быть певицей, учительницей, актрисой, моделью. Ну, очень много. Ну, хорошо, тогда не опускай глазки, чтобы мы глазки твои видели, да? Ты же у нас модель будущая, смотри. Поэтому мы смотрим в камеру ровненько, да? То есть и не стесняйся. Ну, ты не стесняешься, да. ты умный. Вот, молодец, поправь. Помнишь, я тебя как учила ровненько сидеть? Вот когда... Да. Да, актрисы, они всегда сидят очень ровненько, да. Потому что я немножко большая, а ты маленькая. Но тебе нужно быть такой вот прям, знаешь, вот... Вообще добрый. Мы с тобой вот так должны сидеть. Такие ровненькие, все чопорные, чай пить. Ну ладно. А нас еще нет. Да, мама еще нам не принесла чай. Ну вон, должны налить. Ну да, нам должны налить. Ладно, расскажи. Вот смотри, 9 лет. Ты себя чувствуешь маленькой или уже чуть-чуть взрослой? Ну, я себя чувствую чуть-чуть взрослой. У меня... Ну, у меня убрали, ну, спальню, но у меня была половинка маленькая, потому что там много игрушечки, я сплю с игрушечками, я очень люблю, я смотрю телевизор, а половина большая, потому что там у меня компьютер, я учусь, и такие учительницы играюсь. Хорошо. Ты в учительницу играешь? Да. Круто. Слушай, ну вот, а в школе у тебя много друзей, там как... Коннекшн ну, вообще происходит. Да, у меня много друзей, у меня очень хорошая учительница. Просто эта учительница нет очень много времени на нас, да. Ну, есть много времени, но не столько. А если у нас есть контроль, что проверят, ну, мы должны ждать неделю меньше или больше, ну. Просто она еще в секретарии работает. Ага, ну, пожалуйста, пожалуйста, правильно. То есть ничего себе, учительницы нет на вас времени даже достаточно. Ну, да, иногда нету. Ну, ладно, ну, может, это и хорошо. Слушай, можно схалтурить, можно там уроки что-то как-то не учить. Все равно не проверяют, а что? Вы пользуетесь этими моментами крутыми? Ну, ты что, ну, нужно делать уроки. Нужно делать уроки. Хорошо. Слушай, замечательно. Вот я Виктории не задала раньше ни одного вопроса. То есть вот сейчас все, что она говорит, она импровизирует совершенно спокойно на камеру. И мне кажется, что у тебя большие таланты. Ну, во всяком случае, тебя интервьюировать одно удовольствие. У взрослых так не получается. Вот мы вчера с художником общались. Вот если, ребят, вы видели наше предыдущее? Так, у нас... Обское море только. Ну вот, а у нас Средиземное только. У нас тоже их не так много, да? Или у нас два моря? У нас очень много. Морей? У нас океан. Ну, у нас Атлантический океан, точно. Да.
Ладно, моя золотая, ребят, сейчас мы будем пить чай, а потом вернемся. Потому что, ну, приятно поговорить с Викой, конечно, обалдеть. Спасибо. Ты будешь у меня штатным интервьюистом. Ты будешь экспертом по Испании с 9-летним опытом. То есть у меня 18-летний опыт жизни в Испании, а у тебя 9-летний. Просто я-то здесь не родилась, а ты родилась, представляешь? Мы с тобой можем записывать очень интересные интервью, когда ты не в школе. Да. Да? А так бы еще интересно бы и в школе с тобой поговорить. Все, ребят, мы с вами... Ты можешь приходить. Ну, спасибо, дорогая, спасибо. То есть все, мы с вами сейчас заканчиваем. Я думаю, вам понравилось. Если понравилось, поставьте эти самые, как они, сердечки, Вики. Вон кошечки. Ну, кошечки. Ой, смотри, смотри, это тебе. Еще. Поставьте сердечки. Ой, Вик, это тебе как спасибо, да, за то, что ты очень хорошо провела интервью. А я думаю, откуда ты сердечки? Ну, это потому, что тебя слушают люди, вот они тебя сейчас слушают и ставят тебе сердечки, видишь? Это для Вики, все сердечки для Вики, правда? Да. Вот, довольна? Ну все, следующее интервью, ну посмотрим. Сейчас мы попьем чай еще, пообщаемся. Потрясающий, конечно, человек, 9-летний человек. Все, отключаюсь, пока-пока. Ой, ты моя сладкая, ну-ка еще раз. А еще за сердечко. Ах, смотри, у тебя сердечко. Ну-ка еще сделай. Все, мы напали на шквал сердечек. Я теперь знаю, как повысить рейтинг канала через сердечки. Мишань, спасибо тебе большое. Все, отключаюсь, встретимся чуть-чуть попозже. Пока.